Ожившее прошлое оставленных деревень. В Минске презентовали книгу, в которой собраны песни белорусских населенных пунктов, жизнь которых остановилась после Чернобыльской катастрофы. Впервые в одном издании традиции деревень, которых сегодня нет на карте страны. Авторы провели несколько месяцев в архивах, чтобы найти песни разных времен Брагинского, Ельского, Норовлянского и Хойникского районах. На страницах ноты и слова народного творчества о порах года, праздниках, обрядах. Книга стала напоминанием, что страшная катастрофа в прошлом, но культура и душа народа должны сохраниться в веках. Книга чем хороша? Она еще одно напоминание для нас, для всех живущих, что как важно избежать Чернобыля, Чернобыля духовного. Любая техногенная катастрофа, она по силам людям. Люди умеют выстоять, люди умеют выдержать физически. Но сохранить духовность, сохранить вот эту вот доброту в себе и возможность вот восстать из пепла мы можем только тогда, когда мы сильны духом. Авторы сборника «Песни оставленных деревень» – сотрудники Национальной академии наук. Каждой песне вместо описания подобраны уникальные иллюстрации. Издание признано лучшим в национальном конкурсе искусства книги в номинации «За вклад в сохранение духовного наследия».